Как так происходит, что была мне безразлична? Ютуба суперстар, подписчиков прилично. Подавно о тебе не думал, дрожи рук не ощущал, посещая популярный твой Марьяночка канал. Ну что сейчас с тобой случилось? Где та девочка? Где? С чего лица улыбка не сходила даже в темноте? Уход от Вани встрепенул не только твое сердце, но и возглас сотен амэровских детей и младенцев. И строки против своей чести тронули тебя. Что говорить без слез об этом, ну никак нельзя. Хэштеги эти мерзкие, что в твитах мировых, как бы не довели тебя до войн мировых. Не плачь, Марьяна, в тишине. Не плачь, Марьяна, в твиттере. Не плачь, Марьяна, на ютюбе. Не плачь, Марьяна, хоть при людях. Не плачь, Марьяна, в тишине. Не плачь, Марьяна, в твиттере. Не плачь, Марьяна, на ютюбе. Не плачь, Марьяна, хоть при людях. Мы не верим ни одной капли твоей слезы. Ты и так на дне ютюб, что схватила все низы. Скандалистка, лицемер и врун, жизни совсем другая. А твои успехи на все сто заслуга Ивангая. Мы АМР первоначально стали ФМР, увидев слезы искушенно на твоем лице. Но Ваня в твиттере нам вновь глаза открыл. В поисках за хайпом также гнал с эфира мир. Не плачь, Марьяна, в тишине. Не плачь, Марьяна, в твиттере. Не плачь, Марьяна, на ютюбе. Не плачь, Марьяна, хоть при людях. Не плачь, Марьяна. Ой, Марьяна, лучше, пожалуйста, плачь. Если тебе понравился клип, то не поленись поставить большой палец вверх, а также отправить ссылку на видео Марьяне Рожковой. Ну и подписывайся на канал, если ты еще не подписана или не подписано. Тут много интересного контента для каждого. Добра тебе!